Всем добрый вечер. На своем канале я не просто продаю предметы коллекционирования и антиквариата, я еще рассказываю исторические факты. Сегодня предлагаю вашему вниманию банкноту гражданской войны 10 рублей 1918 года. Казначейский знак Сибирского временного правительства. Состояние унц. Немного истории. Временно-сибирское правительство. Июнь-сентябрь 1918 года. Временный орган государственного управления регионами Сибири и Дальнего Востока, где летом 1918 года в результате восстания Чехословацкого корпуса была свергнута советская власть. Переверну с обратной стороны. Было сформировано в Омске под председательством П.В. Вологодского 4 ноября 1918 года на базе Министерства центральных управлений Временно-Сибирского правительства П.В. Вологодским был сформирован Всероссийский совет министров, исполнительный орган директории высшего органа власти Российского государства, образовано 23 сентября 1918 года на государственном совещании в городе Уфе. Описание. Ширина 121 мм, высота 76 мм, материал тонкая бумага. Показываю материал. Тонкая бумага. Водяной знак отсутствует. Состояние пресс. Перегибов. Каких-нибудь надрывов, загибов. Нет, углы острые. Бумага такая супер интересная, тонкая. Очень интересно, как ложилась сюда печать. Технология гражданской войны. Скажу, интересный экземпляр до коллекции. Если понравилось видео, ставьте лайк, пожалуйста, и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание и удачных торгов на моих аукционах.